1936 году я закончила 10 классов третьей школы города Новосибирска. И как раз открылся мединститут. И вот мы поступили на первый набор. В 1941 году, 22 июля, ну, начался самый тяжелый день в году. Как Симонов писал, в тот самый длинный день в году, когда безоблачная погода нам выдал общую беду, одну на все 4 года. 22 июня война, а на 23 у нас назначен последний государственный экзамен. Мы сдали государственный экзамен, это был понедельник, и мы всей нашей группой, группы были по 18-20 человек, пошли в военкомат центрального района, и там нам сказали: не торопитесь, когда нужно будет, мы вас вызовем. Вот настолько был патриотизм. Новосибирск, сборный пункт. Стоят очереди, вот пока я жила здесь до февраля, в очереди кого? Молодежь и школьники старших классов. И те, которых повестка пришла, и те, которые сами идут. Огромные очереди добровольцев в армию попасть. Новосибирск, и формировалась 235-я стрелковая дивизия. И вот меня направили в эту 235-ю дивизию в медико-санитарный батальон. Это батальон, который обслуживает район дивизии и который обрабатывает раненых во время боя. И вот этот медико-санитарный батальон располагался в палатках. Это большая палатка, на ней несколько столов, то есть типа носилок, таких с деревянными ручками, на которых лежат раненые, которых мы должны оперировать. Было много раненых. Мы стояли на операционных столах до 24-28 часов. Нам только чай приготовят покрепче и дальше оперируем. Страшно. Ну как, большое количество раненых. Это же ужасно. А если во время стоим над операционным, на операционном столе, и в это время самолеты летят, мы его вот так вот сами закроем, закроемся, ну, пролетел, слава богу, не бомбил, вот так, а где-то бомбу спускал. Плакали? Ну, я даже не знаю, я не плакала. Нет. Может быть, в тылу, когда приходят эти треугольнички, или когда нет долго писем, жены остались одни с детьми, тяжело, плачут, это понятное дело. А у нас на фронте, я даже вот не помню, чтоб кого-нибудь видеть в слезах. Нет.